Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, у нас заморозки, я неизменно с бутылочкой воды выхожу вот уже которую неделю, потому что замерзают окна на машине, и один раз со мной произошел очень интересный случай. Я пыталась открыть свою машину, была уверена, что у меня замерзли двери. Подошел сеньор, который захотел мне помочь, оказалось, что я не нажала на кнопку открывания двери и пыталась открыть не замерзшие двери, а просто-напросто закрытые двери. Данечка всегда очень радуется, когда мы отливаем машину. Я думаю, любой итальянский ребенок радуется вот такому минимальному снегу, как все это здесь называется в Италии. Ну и, в общем-то, мы сегодня отправляемся в сад. Сегодня, повторюсь, достаточно прохладно, но погода обещает быть солнечной, ясной с самого утра. Поэтому я одета по-весеннему. Я, несмотря на то, что я всегда боюсь, очень боюсь замерзнуть, сегодня я надела уже весеннюю обувь, потому что, ну, хочется вот этой весны, и хочется ее приблизить хотя бы собственной одеждой и ощущением того, что ты одета легко. Не забывайте, если погода позволяет, пальто можно застегивать вот таким образом в стык и перехватывать его поясом, и это позволит избежать излишнего объема в районе живота. Но несмотря на то, что сегодня я оделась легко, я встретила большое количество шуб, причем цветных шуб из натурального меха. В основном это были яркие синие цвета всевозможные, а также зеленые цвета. Ну и также я встретила стрит-стайлеров в шубах не из ненатурального меха, синтетический мех, либо его также называют эко-мех. И отвечу сразу на вопрос, что это за золотая фигурка, что это за золотой человечек, который часто попадает в кадр. Это реалии многих европейских городов, не только итальянских. Это, конечно же, часть представления на улице. Это на русском, не знаю, как называется этот персонаж. Это мемо по-итальянски, наверное, мим по-русски, так, наверное, будет корректно сказать. А вот и обещанная знаменитость прошлого видео. Я говорила, что я встретила известного человека. Девушка обратила на себя мое внимание тем, что она была на каблуках, но опять же пальто Тедди. Издалека мне показалось, что она красиво одета, и я к ней подошла поближе. И она все время была повернута спиной, потому что солнце очень ярко светило. В итоге я решила к ней подойти и попросила разрешения ее заснять. Оказалось, что она известный писатель. Ее зовут Элизабет, но фамилию я вам не скажу. Но ее книги продаются на Амазоне. И мы достаточно мило побеседовали. У нее очень сильный английский акцент, хотя она хорошо говорит на итальянском. Дорогие зрители, хочу обратить ваше внимание, как хорошо смотрится цветное пальто любого цвета, яркого, либо привычного кэмел, либо светло-серого цвета. Любая верхняя одежда будет прекрасно смотреться на так называемой черной базе. Это черная обувь, черные брюки, черный свитер. Посмотрите, как выигрышно и как красиво. А вот два примера замкнутого образа, когда мы имеем верхнюю одежду, которая совпадает по цвету с нашей обувью. Первый вариант более сложный, потому что мы имеем голубое пальто и голубую обувь. Второй вариант более простой, потому что бежевая верхняя одежда, я думаю, имеется у многих, так же, как и бежевая обувь, в особенности, если мы говорим об угах. Ну что ж, немного витрин. Здесь хочу обратить внимание на две вещи. Снова на черные носки с кроссовками. Про кроссовки уже говорила. Мне не очень нравится такой макси-формат кроссовок. На мой взгляд, они очень увеличивают нам ногу. Но сочетание кроссовки плюс носок черный мне очень нравится. И также мне очень нравится юбка-резинка.
А это другая витрина другого магазина. И снова хочу обратить ваше внимание не просто на туфли с носками, а туфли полуоткрытые. Как вы видите, у них отсутствует задник и, соответственно, это, ну, практически босоножки. Это витрина Миу Миу. Если такая обувь войдет, в моду, я никогда ее не признаю, носить не буду. Эта витрина снова Твин Сет. И на этой витрине мне очень понравился длинный шарф. Кто смотрит стрит-стайлы с ранней осени и не пропускает выпуски, наверняка помнит Синьору, насколько эффектно смотрелся вот таким образом, ну, получается, не завязанный, а перекинутый шарф. Очень-очень красиво с расстегнутым пальто. Здесь мне снова хочется обратить внимание на кружево. Мне очень нравится сочетание кружева плюс чего-то спортивного, например, худи. Но в данном случае это пуховик. А здесь мне понравилась, конечно же, яркая сумка. Моя любимая сумка Crossback, Crossbody Bag, кому как нравится, как угодно. И вот сегодня я встретила девушку, примерно вот так смотрится яркая сумка. На мой взгляд, очень красиво и очень-очень эффектно. А следующий образ – это так называемое платье-пиджак. Я их очень люблю. Встретить в продаже их крайне-крайне сложно. Это удлиненный вариант, он похож даже на пальто, либо на легкий тренч. Но, тем не менее, это платье. И, конечно же, такой вариант в вариации на тему, как я люблю говорить, мини-укороченный, смотрится очень и очень эффектно. Дорогие зрители, я все чаще и чаще встречаю достаточно широкие брюки, очень часто брюки со стрелками, заправленные в сапоги. Это, безусловно, реалии сегодняшнего дня, потому что еще вчера мы бы сказали, что так не носят и так некрасиво. Но сейчас на людях, на модницах я все чаще и чаще вижу такие варианты. Повторюсь, не всегда успеваю заснять, но это был как раз-таки тот редкий случай, когда можно было понять, о чем я говорю, потому что мне удалось взять ракурс. Поэтому если у вас есть вот такие брюки, которые мы раньше носили с открытыми щиколотками, открытыми лодыжками, то сейчас самое время заправить их в сапоги и присмотреться к новому силуэту, к новому образу. Ну что ж, дорогие зрительницы, как вы видите, кто во что горазд, кто-то еще в шубах, кто-то уже надел пальто и даже туфли и тонкие-тонкие капроновые колготки. Вот уж действительно, кто как себя комфортно ощущает, тот так и одевается, кто насколько готов замерзнуть, тот настолько и уже разделся, оголился, принарядился и одет по-весеннему. Но, в общем-то, все как всегда и все как везде. Итальянцы, нужно дать им должное, не бояться быть одетым не по сезону. Если зима, но солнечно и хочется принарядиться, я думаю, что среднестатистическая итальянка либо итальянец это обязательно сделают. Желаю всем легкого и быстрого наступления весны. И если зима затянулась, пусть она будет солнечной. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.